А, нет, да. Да, сразу возникает сигнализация, это плохо. Welcome to Colorado 47. The militia has taken up HQ. Так а насколько они плюс? То есть время медленнее получается, да? Series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The Shadow Client appears to unite specialists and radicals from all over the map. Mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however, so to get inside, you will need to get creative. You all right, man? Ну вот это, кстати, стратка с тем, что когда чел анимация отхода от какого-то окна там или парапета, что он тебя не видит при движении на шифте. Это интересный момент, кстати. Возможно, это где-то может пригодиться. Там в банке, допустим, где-нибудь. Чтобы быстрее бежать. Так, ну тут вот далеко чел, поэтому я и успел на 41 секунде выстрелить. Ну что, главное не обосраться сейчас. Шанс есть. Так, вот он наш сделал шаг назад. Выбегаем. Sean Rose confirmed down. Nicely done, 47. Maya Parvati is down. Ну все, сделали. Сколько времени, кстати? Нормально, минута 28. Фак. Ну пойдет. Да, пойдет, короче. Ну ладно, если что, мы потом когда-нибудь сделаю минуту 27, будет одинаково. Но если ты сделаешь минуту 25, я это гриндить точно не буду. То есть там гринд, когда эта тетя идет первой, ее надо быстрее убивать. У меня там была проблема с анимацией. Не, я помню, я просто боюсь. Я всегда, у меня паника, когда я в конце бежать, я уже путаю кнопки. Я путаю, где у меня инвентарь, а где подсветка. И я такой... Я не хочу просто это нажимать.